Чё за фигня? Похоже на планету. Да вы шутите? Чувак тягает планету? Дружище, ты как? У тебя пупок не развязался? О, да ты ещё и яйцеголовый. Нифига себе ты мощный. Слушайте, он на боксёр похож. По крайней мере, одет так. Вот что значит атлет. А я, как худощавая сосиска, еле передвигаю свои ноги. Ничего ж себе, она здоровая. Это, кстати, планета Земля наша. Ну ты, чувак, мощный. Я думал, что планета Земля крутится вокруг Солнца, оказывается, её качок вокруг Солнца таскает на себе. О, да здесь есть ещё и дэнс-площадка. С конфетти, со всеми делами. Эй-эй-эй, это что за танец такой вяленой сосиски? Да ну брось! О боже, это еще хуже, так даже в клубах не танцуют. Бэкст! Он там! Быстрее туда! О, местный кинотеатр! Да вы посмотрите, тут стулья разных размеров, вот это будет мой. Какой же попец на них должен уместиться? А главное, что мы французские круассаны вместились, и ладно. А сегодня в нашей программе выступает костлявый пират. Охо-хо-хо-хо-хо! Ничего себе ты как орёшь, словно кита родил, блин. Чё у нас здесь есть ещё? Вы посмотрите, какие-то трамплины. О, а что это там за ерундовина такая зеленая, на которой стоит качок и качается? Ну-ка, пойдемте проверим. Похоже на какой-то алмазный остров. Может, это криптонит? Это, ребята, рубиновый гидроцикл. Я как истинный пират, йо-хо-хо, и бутылка рома, отбираю у тебя этот гидроцикл. Все, давай, пока. Ну вот, корабль у меня уже есть. Ну, приравняем его к шлюпке. Теперь мне необходимо набрать команду. Как выяснилось, на эту шлюпку может залезть только один человек, так что я буду одиноким пиратом. И вдобавок ко всему, оказывается, что этот рубин еще может ездить и по суше, так что я теперь вообще крутой. Да-да-да, оказывается, я еще могу и качаться на этом гидроцикле. А еще вдобавок ко всему, я могу и ездить и качаться, так что это вообще роскошная вещица. Эй-эй-эй, кажется, наших бьют. Хотя я знаю, что он специально меня провоцирует, чтобы я слез со своего гидроцикла, чтобы захватить его. Но я не могу стоять в сторонке и смотреть, как бьют наших, так что... В атаку! А ну иди сюда, ниндзя! Получай! Эй! Ах ты, скотобаза! Ну-ка, слазь с него! Да блин! Нет, моя шлюпка! Рубиновая моя шлюпка! Эх, блин! Ну да. Ниндзя угнал шлюпку у пирата, это ж смешно! Но ничего-ничего, я тебя еще возьму на абордаж! Наконец-то я насобирал свою команду, чтобы взять его на абордаж. Да. Качаемся мы, конечно, как стадо динозавров. Вы слышите эти звуки? В общем, я взял инициативу в свои руки и отвел ребят в нормальный фитнес-клуб. Итак, ребята, сегодня я ваш тренер, так что повторяйте все движения за мной. Смена! Берем в руки гантели! И раз-два! Трясочек! Тяга! Ну, короче, как это бывает, после тренировки нас занесло в Макдональдс и, короче, нас разнесло. Теперь мне нужны новые штаны. Старые-то мне уже не влезть. Я заметил, что у нас тут появилось кое-какое изменение и добавили еще ринг вместо той арены. Так что теперь у нас жиробаский ринг есть, ребята! Правда, меня туда еще не пускали. Говорят, моя очередь, мол, еще не подошла. Но зато я нашел обходные пути. Через воздух, через газы попадем на этот ринг.
Вау! Система защиты сработала! Блин! Надо как-то вернуться на Землю! Внимание, внимание! Внеземной неопознанный объект! Покиньте наше пространство! Эх! Жизнь, моя жестянка! А мне летать охота! Парни, может, хорош кушать, а? У меня сейчас пупок развяжется. Ну, не могу остановиться. Я тоже, тут так вкусно. Ладно, парни, я домой. Если что, звоните. Завтра на тренинг пойдем, окей? Все, я пошел. Чуваки, я в свой дом не влазю. Теперь ты один из нас, бездомный жиробат. Вот я жирный стал, а. Может, с разгончика влезу, а? Упс. Слушай, если ты не можешь залезть себе в дом, залази на дом. Я так всегда делаю, я теперь сплю на доме. Безысходность. А ну-ка, парни, разойдись, сейчас я буду взбираться на свой дом. Главное его не сломать, блин. Парни, кажется, я застрял. Вот, блин. Оу-ей. Ну, наконец-то. В честь моего нового заселения на крышу предлагаю это отметить. Мы наконец-то добрались до спортзала, сбросили лишний жир и стали снова дрищами. Зарядочка. Зарядочка, парни. Итак, парни, мы с вами хорошечно пропотели, так что давайте окунем наши потные подмышки в этом бассейне. Налегай на железо. Парни наших бьют! Один за всех и все за одного! Ух, блин, кажется, у меня спину прихватило, ребята. Мне в медпункт. Погодите, какой медпункт? Это кто на моей беговой дорожке бегает? А ну иди сюда! Итак, ребята, пока нас здесь никто не беспокоит, нам необходимо раскачаться и ушатать на этой карте всех. Несмотря на наши мизерные размеры, мы в численном преимуществе, так что готовьте свои бацапцы-трацапцы. Может, бицепсы-трицепсы? Да пофигу, мы качки, нам без разницы. Ну что, ребята, на этом наша качково-жиробаска-дрищавая эпопея закончилась. Если вам понравилось, то с вас лайк, комментарий и подписка, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр, удачки и пока-пока. Кавабунга! Бульк!